Неполным составом, но с кворумом. 30-е заседание Магаданской городской думы за час охватило 15 вопросов. Большая часть – технические поправки в нормативные документы. Реальных изменений было несколько. Публичные слушания не будут проводить в праздничные дни. Муниципальным служащим одобрили повышение заработной платы на 4%. Процедуру голосования на выборы губернатора упростили. Открепительных удостоверений не потребуется. Также депутаты единогласно проголосовали за включение в стаж муниципальной службы работы в других организациях. Решение принимается непосредственно главой муниципального образования. И мы здесь говорим о стаже, который при начислении пенсии учитывается. И это именно должны быть должности, в которых человек приобретал опыт, навыки, которые были, послужили основанием для дальнейшего исполнения им обязанностей в должности замещающих муниципальные должности. На заседании депутаты утвердили отчет о приватизации муниципального имущества. В 2017-м реализован 21 объект – это движимое и недвижимое имущество. Доля в основном капитале. В бюджет поступило около 35 миллионов.